Этой ночью в Черкассах убили депутата горсовета от партии «УКРОП» Михаила Бинусова. Его расстреляли неизвестные очередью из автомата Калашникова. Бинусов погиб на месте. Убили депутата, когда он вышел из своего авто, чтобы пересесть машину знакомых. Преступники уже поджидали свою жертву. И этой же ночью в Житомирской области был взорван автомобиль депутата Житомирского облсовета, тоже члена партии «УКРОП» Натальи Кокитко. Сама она не пострадала. Случившееся напрямую связывается со своей политической деятельностью.